Дорогая Саша, поздравляю тебя с чем? С победой. Правильно, в 2020 году 75 лет Великой Победы. А еще с чем я тебя поздравляю? Что я заняла первое место. А, ты про свою победу? Скажи мне, ты написала письма для Деда Мороза? Пока я еще думаю, что написать. Ну, вообще, я написала. Ну, может, еще что-то напишу, но думаю, что не надо. Я хочу себе... Ой, ты такая раскрепощенная девочка и так естественно говоришь. Тебе бы Дмитрию Анатольевичу Медведеву на пресс-конференции вопросы задавать. Что нужно сделать, чтобы получить подарок на Новый год от Деда Мороза? Рассказывай. Не врать. Учиться на пятерке и не расстраивать маму. Все. Это чтобы не сесть в тюрьму. А что нужно, чтобы получить подарки от Деда Мороза? Написать? Давай сюда. Здравствуй, Дедушка Мороз. Я счастлив, что свинья уходит из моей жизни. Что-то в семье произошло? Нет, просто я устал учиться. Год свиньи же мы учились. Правильно. Год свиньи мы всегда учимся. А следующий год какой? Мыши. Год мыши, это значит, что мы будем делать? Отдыхать. Правильно, молодец. Дорогой Дед Мороз, я хочу ручку, которая делает уроки за меня. Да. Причем написал ты не своим почерком. Это мать писала, честно? Нет. Говори, кто писал. Это не ты писал. Я же... Да не ты писал, я же вижу. Ну не твой почерк, он как взрослый букву М написал. Ну кто писал? Ну я! Да не ты, вот ты писал, вот это писал, ты по линейке. Напиши мне вот сейчас, вот тут рядом, слово «юмори» вот так же, ты врешь мне. Ох, какое расстояние-то между буквами сделал. Да, да, да. Ты врун. Конечно. Ты маленький лжец. Признайся, очистись, выпусти... Мать! Мать написала? Мать написала! А зачем врал про надписи? Это один раз соврать не считается. Если только... Это первый раз ты соврал, да? Да. Первый раз в жизни, да? Нет, конечно. Ну, здесь, слава богу. Ой, какой красивый почерк. Посмотри, как ты написала. Сама написала? Сама написала? Да. Мама не помогала? Нет. А мы видим, Святослав, мама не помогала. Мы видим. Очень красиво. Как бы я ни старался, пишешь ты, я не могу вести себя хорошо. Приморозь или околдуй своим посохом моих родителей, чтобы они забыли все плохое и подарили мне квадрик. Я бы посудил всю свою семью. Семью. Этого тут нету, мягкого знака тут нету, мой дорогой. А, ну ты маму писала. Я Так. Вот это вот до сюда писал. Вот до сюда. Прямо вот до фразы «я бы посадил всю семью», да? Вот там, где мягкий знак пропустил, вот до этого момента ты писал, а вот конкретно на мягком знаке мать уже стала писать, да? Угу. Костюм льва. А зачем тебе костюм льва? Чтобы в цирк бесплатно пройти. Подожди, костюм кота, костюм льва и костюм собаки. Куда ты хочешь зайти в костюме кота? В костюме кота? Я могу гулять, мне дают все молоко там. Рыбные всякие головы, да, скелетики? Всякие объедочки, баночки всякие, да? Да, я могу с ними поиграть, если ну а что, с консервной баночкой-то чего ж не поиграть? Написано «и укотил из этого дурдома». Ну так пишется «и укотил». А мы говорим, да, мы пишем «укотил», а говорим «укатил». Почему хочешь отсюда укатить? Тут толпа людей, пробки, хочется сосульки, ну, облизывать, а их нету, снега тоже нету. И куда ты хочешь укатить из этого дурдома? В Орловский. Это отель. В отель Орловский? Да. Потому что там... Там орлы летают. Ну, надо думать. Много можно писем писать? Ну, не больше 30. Ладно, иди, все. Сам, когда... Ну, сам писал, рисовал, когда там... Когда дурдом прошел. Просто чертов дурдом у вас дома. Угу. Я бы хотел тоже попросить Деда Мороза, я хочу присоединиться к твоей просьбе. Если честно, Дед Мороз, вы не могли бы каким-то образом урегулировать этот дурдом, но хотя бы, чтобы было понятно, по каким... Хотя бы на один день. Ну, хотя бы на один день. Дайте людям вздохнуть. Вы тоже держите себя, пожалуйста, в руках. Ну, что такое? Или отправьте их всех куда? В тюрьму. В тюрьму?